Сегодня на распаковочке у нас... И снова дратвити. Дратвити. Ты неправильно говоришь. Дратвити. 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 Вот так. И снова дратвити. Сегодня на распаковочке у нас линза для моей основной камеры Sony ZV-1. У данной камеры есть такая проблемка, когда включаешь стабилизацию, урезается угол обзора. Чтобы решить эту проблемку, как раз нужна вот такая линза. Была заказана с AliExpress. Сейчас мы ее распакуем. Просто китаезе надо подтвердить получение товара, а то он там уже разнулся весь. А я не подтверждаю. Вдруг она покоцанная, там побита. Или вообще ее там нет. Да ёлки, нифига себе. Ух ты. Пока мы видим только крышечку. Наверное, там... О, она тяжеленькая. Значит, не пластмассовая, это уже радует. Защитная крышечка. Какая-то тут херобора откручивается еще. Ёксель, моксель. Тут две линзы. А это угол. Да, а это для чего линза? А о чем, может, инструкция есть какая-нибудь? Инструкция. А что за фигня-то? Должен был переходник, но вот это, наверное, есть, да? Но он не такой формы был. И что, и как я должен прикручивать все? Что, макро? Макро 52. Прикольно. И что, вот так вот, что ли? А как мне угол широкий? Сейчас посмотрим, приложу. О, ну, кстати, его... Ну да, разница заметна. Вот прикладываю, какой угол шире, и чик без нее. Ну, значит, оно и есть. Вот этот переходничок на скотче М3 клеится на объектив. Вот сюда вот так вот. Ассистент, можно камеру не вернуть? Так, ой, я думал, она была не включена, оказывается. Лошара. Что ты там уже наделала, блин? Ничего не делала. Него накручивается уже вот этот объектив. Короче, дома все наклеим, попробуем. Но разница была уже заметна так прикладным путем. Ну, друзья, данное видео уже пишется с линзой. Вы можете посмотреть, какой у нее большой угол захвата. Камера находится на близком расстоянии от меня. Примерно полметра плюс-минус. Рулеточку сейчас достану. Где? Где у меня рулетка есть? Нет, собрал. 80 сантиметров камера находится на расстоянии от меня. Вы можете видеть, какой угол захвата у нее. Я думаю, неплохое решение. Проблемы с маленьким углом обзора. Да, теперь видео без данной линзы. Вы можете видеть, как в разы угол уменьшился. Линза состоит из двух частей. Если открутить вот эту вот первую часть, основную, то вот эта линза получается для макросъемки. Как решение для маленького угла, для камер ZV-1, я считаю, это идеальное решение. Дешевое идеальное решение. У Sony есть такой минус, когда вы включаете полную стабилизацию, угол значительно режется. Одевайте вот эту вот линзочку, и проблема решается. Рекомендую покупочки. Ссылочка будет где? В описании. Где лично я покупал. Дошла довольно-таки быстро. На этом мы закругляемся. Все, пока-пока. Вот это я, блядь, видел.